Кинопроба разноцветная. Наверное, как радуга. Ну, не знаю, мальчик или девочка, но, наверное, такой 10-летний растущий организм, который очень любит мультики, вокруг которого много взрослых, которые влюблены в кино. Наверное, грейпфрут. Что-то горько-сладкое, освежающее и бодрящее. С Лили Немченко. Самостоятельности, свободы, как любому фестивалю, уже серьезному и взрослому, высокой рамки, скажем так, высоких планок для фильмов. Больше хороших работ, щедрых спонсоров, понимания окружающих, много зрителей новых и много новых сил.